Всем приятной жизни, с вами психиатр, и мы продолжаем играть в Angry Birds 2. Так, я сразу начну новый уровень. Так, вот большую я не хочу. Она здесь ничего не сделала. Оп, блин, ну как я рано нажал, потому что обычно этот трюк вообще не нажимает. Нифига, блядь. Вот нифига. Чё думаю? Я не знаю, что это не хочу. Я, кстати, сильно не слышу. Вот смотрите, вот вы. Ну чё за хрень, а? Блин, по 4 пункта надо пройти. Это бред. Ну-ка, дайте мне. В прошлый раз хотел большую, по-моему. Заехать. По-моему, надо быть. Не того. А, слушайте, во, я нашел правильный эмбер. Вот тут вот так вот лагнется. Вверх закидываем. И получаем один. Блин, тут так и получится. Постановим бомбарды. Я, по-моему, нужно было забыть. А нет, так, ну что, пройдем или как? Или тут бомбарду, ничего не помню. А, нет, вот тут я как раз две птицы, по-моему, тратил. Так, ну я опять. Блин, ну я рассчитывал, кого-то убьет. Вот тут вот как раз было вообще нельзя. Нужно было там сделать. Чуваки, это кто так делает? Ну, давайте, 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 есть. Вот так. Хотя бы двух. Теперь три тоже как. Так, ну мы походу пройдем. Тут сейчас будет 5 шариков, да? Шарики это инди. Ну, вообще не люблю шарики. Когда на них все держится. Вот так. То это инди, я просто. Просто один шарик. Все правда. Ничего не видно. Вот, резюмы, мы на первом месте. Даже странно. Как мы так много набрали. Блин, вот задолбали рекламу делать. Так, давайте получим известнюшку. Так, ага. Извините, мне тоже кажется большой. Отлично, полетит. Давайте так как-то. О, вообще идеально. Большая плюс вентилятор. Просто невероятно. Так, а посложнее будет. Слушайте, ну вот если вот этот кидатель ничего не делает, то ну да, тут знаете, как я его ожидал, в принципе. Ну это нам повезло, что кидатель ничего не сделал.
А вот эти этапные, у них сами этапы, они не очень сложные, я вот заметил. Бывают, конечно. Нам не пьет или еще что-нибудь, но. Блин, а что тут лучше? Вот, давайте побьем. Ну-ка, он ТНТшку, ну пожалуйста. Ну ты тварюга, я бы лучше синюю запустил. Блин, а теперь синий не сделает ничего. Блин. Хотел два этапа, в итоге получил один, еще и приходится тратить лучше. А вот этот спринт так выстроил, знал бы синий туда спустил. А вот тут бы как раз бы эта бам большая. Конечно, идеально. Что произошло? Так, попал. Так, ну и что у нас? Тычки на последний этап. Давайте смотреть, что тут там. О, ну, тут не страйк, конечно, но у нас не одна птица. Бля, разве птицы не убивают эту птицу? Бля, ну тут, кстати, почти страйк. Так, ну давайте не рисковать. Бомбарду. Так, замечательно, прошли на очередной уровень. Вот они везде опять же. Ой, вот этот уровень будет стопудово сложный, потому что тут сундучок будет. Обычно они не кладут сундучок. О, ну вот я уже видел. Тут блин. Твою мать, что такое? О, давай. Ну вот, я вообще думал, что она будет. Блин, да не понятно, что она плохо. О. Ну это нам. Это короче, конечно. Ой, ладно. Часто бывает. Блин, я кстати, тогда не понял, ну я про первый этап. Ну как я тогда бомбарду запустил, когда у меня показывают, ну что большая там, другая, короче, не знаю, история была. Я помню. Я что-нибудь там правильно сказал. Казалось, там была другая территория большой. Где такой так. Как бомба. Так. Дайте. Посмотрю. Не уклеем.
либо 100% пройти, ну, вот эту ставку, потратить бомбарду, либо рискнуть и кинуть серебряночку. Я не хочу ничего. Я лучше бомбарду. Мало ли чего еще. Выжить, я не прав. Бомбарда это топ-голый вариант. Блин, да что там? Пиздец. Да. Вылание там. Ты нету на самом деле. Ну да блин, ну свою мать, вот, ну как они выживают, ну, ну я не знаю, ну какого хрена, ну. Блин, вот как вот так отскочил еще, ну. Блин, ну это просто, ну. Встает по одному, блин. И блин, скатываются, уже полудохлые выживают. Ну, нельзя это что ли пофиксить как-нибудь? Ну, зачем так делать? Блин, нас пицца не хочет. Я это не так. Твою мать, я еще не надо. Сейчас вся мать. Давайте посмотрим. Ну чё? Давайте это. Может получится? Ребят, мне, короче, дали красненькую. Вообще не лучший вариант вам сказать. Но! О, слава тебе, господи, он, блин, так это прыгал там. Я уже не рассчитываю. Слушайте, ну у нас опять резина на первом месте. Всех мы сделали. Да, психиатр всех сделает. Кстати, нам подарки почему-то не дают. Ну, вот в этих уровнях. Подозрительно. О, давай посмотрим. О, 90. Волки. Блин, почему не дают для тех этих? Они меня даже не в бронзе. Эти скоро золото, блин, перейдут. Серебро, а те даже бронзу не получили. Мои самые любимые птицы. Там бомбарды и большая. Еще, по-моему, ничего. Или две точки. Не помню, короче, ладно. Да. Зум. Ну, зум! Ну! Да. Так. Блин, 4 этапа. Значит, они... Так, ну, нормально. Я вообще не ожидал, что этот тренинг, который я задую, задует что-то еще там, ну, сработает. В принципе, домино. Очень понял. Я думаю. Так. Блин, ну я... Ну ладно. Ля, ракетка не хочет детонировать.
Ну пало там и самый этот низ. И сработал. Пипец. Так, замечательно, идем. Я думаю, будет плотненько, по-моему, не очень. Пока что где-то проходит, нормально. Блин, я слабенький. А, ну нормально. Так, и что у нас тут последний этап? Так. Блин, куда ты там улетел? Должна сюда просто летать. Ну давай, давай. Чтоб туда можно добраться. Там еще и вентилятор. Так, а как же там? Сдохните! Так, ну замечательно, пошли очередной уровень. Хорошо, идем. Много уровней проходим сзади. Ой, опять спецпредложение. Что там эксклюзивного? Короне он будет для рейтинга лучше игроков. Ой, слушайте, а вот по-моему я вот такой в этой серебряной рамочке уже видел чувака. Видимо, кто-то покупает. Он же эти популярности. Ой, 186 рублей. Нет, спасибо. 340 кристаллов. Чтобы это мне вот только интересно. Плюс одна жизнь. Это навсегда типа. Ладно. Так, ладненько, я тогда на этом, пожалуй, закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Психиатр.